цыганочку с уходом Евгения Николаевича. Это, я понимаю, что просили в основном из-за вашего цыганского ухода, да. Для тех, кто подзабыл и не знает, напоминаю, что Евгений Николаевич Быков в свое время в Тюменской филармонии работал цыганом. Похож? Это было давно. Только-только заросла мочка, знаете. У него, да, в трудовой книжке, вы знаете, в договоре. Цыган Быков, одно слово. Кстати, модный говорит, и хэштег перед этим. Для чего хэштеги ставить? Я вот не знаю. Диез знаю. Для чего? Ну, объясните кто-нибудь продвинутый. Ну, вот эту вот хрень там. И, а потом уже какое-то слово. Я тоже знаю, потому что будет потом. Выясним в интернете, ладно. Поехали. Цыган Быков. Хэштег Цыган Быков. Газпром акции 2%, я бы деньги сразу в дом, до рубля, до цента. Подарил бы Рослеспром кубометров 200, а я бы брём тоже в дом. Все цели на месте. Никого нет. Что-то не ходят с Горбатом. Да ладно. Тогда после концерта посмотрите. И закурил бы я табак, а и сделал пальцы гнозы. И толкнул бы до след, поменял валюту и купил бы у небес в лишнюю минуту. Это тоже просили, да, чтобы написано хорошо. Но,